Глядя на вот эти вот все материалы, да, вот эти простыни старые и все вот эти вещи, скажу одно, что нам их очень много нужно. Для чего? Потому что ежедневно приходится накрывать кольчугу, да, потому что кожи-то нету, чтобы она не сохла и как-то влага в ней удерживалась. Ну и самое главное, тепло сохраняло, потому что она мерзнет, ну, вот в чем дело. И постоянно подстилать надо. Кроме того, она ходит писать в этом боксе, в туалет, правильно? Опилки ей не подстелишь, потому что опилки могут прилипнуть на раненые участки. Площадь большая, поэтому опилки сюда не подходят. Приходится ей стелить возле двери пеленки, полотенца. Вот нужно пеленки впитывающие, вот простыни тоже подходят. Она строго ходит вот на тряпочку, приучилась, она молодец, умница, как будто понимает все, что именно так надо. Ну, я сейчас зайду в бокс, и вы сами все увидите. Поехали. Кто из Смоленска слышит нас сейчас, то привозите вот такие вот пеленки, одеяла, которые ей постоянно меняются, потому что это все сукровица текет и тому подобное. Такие материалы постоянно нужны. Ну, давайте будем смотреть, что у нас получается. Я хочу провести такой эксперимент, насколько она сейчас себя лучше чувствует, начнет ли она сама вставать за этой едой. Сейчас проверим ее вообще общее состояние. Потому что нет лучшего способа, чем именно вот таким образом проверить. Потому что вот именно у нас в НЗ такие вкусняшки постоянно в маленьких пакетах находятся. И мы проверяем состояние улучшения животного. Каким образом? Время от времени подносим собаке вот такой вот сюрприз. И если она на него реагирует, ну не в таком объеме, конечно, буквально один пакетик, чтобы проверить, как она себя чувствует. Но я решил порадовать кольчугу. То есть, если она встанет сейчас и пойдет, ну, чтобы это закончилось не одним пакетиком, а сюрпризом, мы посмотрим на ее состояние. Многие наши подписчики спрашивают, как она себя чувствует, как у нее дела. Ну и сейчас попробуем показать. Кольчуга, на скорее. Ну-ка, на скорее, чем пахнет. Давай, зайка, давай. У нее один глазик ослеп. Второй, сейчас пытаемся каким-то образом это все, ну, он еще видит, то есть все нормально, и капельки капают, но один глаз ослеп. Давай скорее, на-ка, кольчуг, ну попробуй, давай. Ай, умница, иди скорее на кушать, давай. Сейчас можете обратить внимание, что края приросли у нее, понятно, где шерсти не хватает, но края уже, тоже кожи, карманов нету. Кожа прилипла, вот здесь на щеке чуть-чуть, но она обрастает тоже. Все, уже приросла кожа, и самое главное, мышцы наросли. Здесь же мяса-то толком не было. Если сейчас приподнять немножко ей, скажем так, спину, да, то вот здесь вот, ну я не хочу сейчас отрывать это все, там мяса просто не было. Видите, что ровные мышцы наросли, все хорошо, все прекрасно. Вот. Но наша задача сегодня все-таки попробовать ее сманить на еду. Кольчуж, на, зайка, сюда. Кольчуг, ну не хочет она вставать, попробую так подложить. Покажи нам, как ты умеешь. Давай, зайка, ешь. Она добрая, хорошая, ласковая собака, агрессии вообще никакой не проявляет, добрая. И наши подписчики задают часто вопрос, я не знаю, с каким таким, ну, под уклоном, может быть, от души просто спрашивают, действительно так оно есть. То есть люди не верят, что собака могла выжить после нападения волков. Я на этот вопрос отвечу чуть-чуть позже. Сейчас пока просто не хочу кольчуге мешать, принимать трапезу. Ну, вставать она пока не хочет. Однако ежедневно она выпивает очень много воды, поэтому миска с водой у нее стоит регулярно полная, то есть мы следим за этим обязательно.
Почему? Потому что, ну, сами понимаете, это все потеря влаги, открытые участки. И вот на такой вот своеобразный туалет находит вот такие пеленки и стелим постоянно, потому что именно на вот здесь она находится, спит, там она ест в уголке. То есть еда, вода, много пьет, встает и в туалет ходит вот именно на эту пеленку. Для нее именно эти пеленки и нужны. Ну, как бы сказать, что она не голодная, понятно, она у нас на особом режиме. Вот. Здесь ее уже просто закормили, и люди навещают, посещают ее, вкусняшки привозят и тому подобное. То есть у нее как бы аппетит есть, но уже вкусняшку она не особо как бы желает. Ну, просто закормили ее уже. Хотя не сказать, что она толстая там и избыточный вес имеет какой-то, нет. И еще, конечно, что хочу сказать, что, ну, можно, судя по тому, что края постепенно нарастают, можно сказать, что она выкарабкалась. И я почему думаю, что у нее все хорошо будет, ну, по крайней мере, вот с кожным покровом. Как-то мы привыкли обращать внимание на прошлый опыт прошлых лет. И вот из подобного такого опыта хочу рассказать буквально там пару слов. Как-то раз к нам привезли собаку, которую привязали за бампер машины веревкой и тащили по асфальту по дороге. Почему я знаю, что именно вот за машину собака была привязана? Потому что веревка оборвалась, и вот этот человек, который это сделал, да, он проезжал между двух деревень. И вот именно в тот момент оборвалась веревка, когда он проезжал мимо этой деревни. И жители деревни вот эту историю нам рассказали, которую ее привезли. Ну, что-то подобное было у этой овчарки, как и у кольчуги. То есть с двух сторон, в основном бока. Спина чуть-чуть, в основном бока были, лапы ободраны были сильно. То есть тоже не то, что шерсть была стесана и кожный покров, а тоже да, первая группа мышц была уничтожена сверху. Ну, местами протерты, очень сильные протертости были об этот асфальт. И, конечно, тоже мы мало было в первые дни надежды, что собака выживет. Однако вот так вот мазали, замазывали, и она обросла. Обрастала, сейчас не хочу врать сколько, но месяца 4 у нас ушло на это, на обрастание. Регенерация у нее происходила вообще великолепно. И в тот день, когда я ее отдавал в хорошие руки, у нее, ну, чуть больше 5-рублевой монеты оставался участок, который должен был по кругу затянуться. Но я к чему веду разговор? Что мало того, что у нее как бы шрам такой остался, да, но на этом шраме полностью площадь, так, ну, по бокам не хватало кожного покрова. Мало того, что образовался шрам, на этом шраме выросла шерсть. Так, как будто ничего и не было. То есть, как будто ее не стачивали. Вот я очень надеюсь, что и у кольчуги будет то же самое. Сейчас можно обратить внимание, что с того момента, как прошел первый день операции, ее побрили, да, она потихоньку начала обрастать шерстью. А это говорит о том, что ей в ближайшее время будет теплее. Вот это все сейчас шерстка обрастет, и уже будет гораздо ей теплее. Да, кольчушка? Молодец, умница, хорошо. Ну, очень надеемся на то, что она поправится полностью, и будем стараться все-таки найти ей еще кроме этого еду. Ну, вот таким вот макаром. Молодец. Ну, снимать не хочу сейчас лишний раз, потому что там оно как бы пропиталось, это же мазью все обрабатывается, потому что очень много мази используется. И я хочу поблагодарить наших подписчиков и всех неравнодушных людей, кто принимал участие и принимает по сей день участие в лечении кольчуги. Дело в том, что люди нам посылками отправляют медикаменты. А представьте, сколько в день нужно этой мази на самом деле. То есть, как минимум, тюбик в день уходит, потому что очень часто приходится обрабатывать ее. Дима, глаз ослеп у нее в драке, да? Ну, вот в этой... ну, после ранения. Постепенно. После ранения, да? Видишь, у нее еще предстоит серьезная операция, потому что вот она когда поднималась, у нее в этой части брюхо висит к низу, то есть разорваны мышцы, но пока сейчас она набирается сил перед следующей операцией.
И когда она полностью выздоровеет, пока сейчас ничего страшного, да, ну, как бы кишки закрыты, все нормально, но придется делать операцию, убирать эту грыжу. То есть брюшина разорвана. Это будет еще одна операция у нее. И по формированию ушной раковины она будет, потому что уха фактически нет. Вот. Ну, пока вот так вот, такие вот дела. Да, Кольчук? Ай, ты умница, хорошая девочка, ласковая такая собака. Видишь, ты, ну, все слетело, короче. Ну, тут куча мази. Молодец, давай я накрою, перенакрою, Кольчуш. Ай, молодец. Ай, она в туалет собралась идти. Наверное, стесняется. Молодец. Ну, чувствует она себя достаточно прекрасно. Я бы так сказал даже. Давай я накрою сейчас аккуратненько это все. Вот так. Хорошо, зайка, хорошо. Вот так. Вот так. Все, лежи, зайка. Пошла, походила, перекрутилась. Ну, спать будешь, парень? Я представляю, очень больно. А, больно. Ну, сейчас уже не так. Первые дни, конечно, понятно, она просто жила на обезболивающих, потому что, ну, шоковое состояние у собаки было. Сейчас уже терпимо, прижилась. Бывает, вот у меня все руки в шрамах, да, бывает, он вывернут, ну, кругом шрамы одни, ты не знаю, камерой особо не покажешь так, но вот, допустим, шкура развернута, да, и докоснуться до этого шрама, прям вот нервы выворачивают. До сих пор уже сколько лет шраму, а докоснуться не очень приятно. А можно себе представить, что творится у нее, нервы-то оголенные, все это, ты вообще в шоке, как она выдержала это все. Ну, таким вот образом. Все-таки я сейчас отвечу подписчикам на этот вопрос, каким же образом все-таки собаке удалось уцелеть от нападения стаи волков. И сейчас мы попробуем вам это показать. Надо отходить. Отвечаю на вопрос, каким образом собаке удалось спастись от этой стаи волков. Все сомневаются в том, ну, не все, многие не верят в то, что это могли сделать волки. На данный момент я вам хочу сказать, что вот этот вот волк, который вдали там бегает, волчонок, да, это вот прибылые волки этого 21-го года, они еще не умеют охотиться. Родители их с осени начинают подтягивать, но это зависит от географического расположения, где они находятся, и много других факторов. Волки это, ну, у них очень много фобий, именно страхов. Это, можно сказать, самое трусливое животное. Что матерые, конечно, они осторожные волки и более смелые, а вот, ну, мелочь пузатая вот эта вот, они всего боятся. И, скорее всего, когда они напали на собаку, то именно вот была такая обучающая охота. Они, если бы это был матерый волк, там бы ни одной дырки на шкуре не было. Там максимум, что можно было увидеть, допустим, за спину ее раз, хрумкнул, и на месте ребер вмятина. То есть сломан позвоночник, сломаны ребра. Как работает волк вообще с собакой? Просто я видел, как они кусают. Это перелом позвоночника гарантирован. А здесь они ее щипали, каждый в свою сторону, как пираньи напали. Вот. И, скорее всего, момент в том заключается, что именно когда была вот эта обучающая охота, возможно, мало ли, лось выскочил в это время проходной какой-нибудь, или еще что-то их напугало. То есть единственное, что могло повлиять на то, что они ее отпустили, это именно паническая какая-то, ну, то есть что-то их напугало. Вот именно сейчас вот он пришел, паразит серый. Кто ты приперся, а? Но видите сейчас, вот такой вот мех у волчат прибылых. Потом он поменяет свою шерсть уже на взрослого волка. И, конечно, отличаться будет уже от волчонка. Сейчас видно, что это волчонок. Хуки, иди ко мне, иди сюда. Вот такие вот зубы у них. Покажи зубы, стой, сиди. Покажи, стой, молодец, да, ложись. Покажи мне зубки, вот такие зубки. Вот такие вот зубы у них.
Это не крупный волк, среднего размера он. Обычно волки-то где-то приблизительно чуть больше лайки, скажем так, их не обычный размер. Ну, я думаю, он еще подрастет, у него лапы очень крупные, мощные такие. Вот, поэтому, ну, я думаю, что вот эта вот версия, почему она осталась в живых, самая, наверное, правдоподобная будет. Потому что, ну, сколько я вот общаюсь с волками, я ничего другого не нахожу. То есть, если бы это был матерый волк, она бы в живых не осталась точно.